Это Павел. Это Татьяна. Уже как 2 недели мы вырвались из российского ада. И мы здесь, на Гуа, где много солнышка, теплый океан. Каждый день хорошая погода. Все здорово. Люди очень здесь приветливые, общительные. По приезду нам помогли снять жилье, купить машину. Без машины здесь никуда. Да, машина — это ваш друг и помощник, потому что как такового общественного транспорта здесь на Гуа нет. Эта машина нужна, конечно, обязательно. Ребят, не бойтесь приезжать на Гуа. Здесь цены соответствуют зарплатам местного населения. Да. Поэтому они здесь не особо не кусаются. Тем более есть магазины, где можно очень выгодно что-то приобрести. По акциям. По акциям, да. Да, их надо, правда, знать и искать, да. Эти магазины. Не доводите ситуацию до крайности, потому что виза пока открыта. Точнее, она не требуется никуда. Не доводите ситуацию до края, приезжайте. Всем счастливо. Всем пока. И пока.